уважаемые участники и гости научно-промышленного форума «Великие реки». Мы с большой радостью вас всех встречаем на Нижегородской земле и желаем вам, чтобы во время форума вы не только могли свои доклады озвучить, свои теоретические положения, подискутировать со своими коллегами, но могли и завязать новые контакты, выйти на новые совместные проекты, ознакомиться с выставочными образцами, с новыми технологиями, которые сегодня будут представлены на Нижегородской ярмарке, в выставочных комплексах. И, конечно, очень хотелось, чтобы в рамках вот основного стержневого направления по интеграции вузовской, академической науки, общественных институтов власти, органов законодательной, исполнительной власти, мы могли выработать приемлемые решения для оздоровления и охраны окружающей среды. Для того, чтобы мы могли те технологии, которые сегодня имеются в нашей стране, у наших зарубежных партнеров, могли использовать не только правильно, но и эффективно, экономично для развития наших городов и населенных пунктов. И, конечно, чтобы комфортно проживать в городах, важно понимать, сегодня экологическая безопасность, энергетическая безопасность и гидрометеорологическая безопасность требуют комплексного решения многих вопросов. Это связано и с оборудованием, это связано и с теми новыми достижениями в области науки и естественных направлений. Очень важно, чтобы образовательная составляющая была в качестве одного из факторов устойчивого развития. Сегодня экологическое образование необходимо для каждого гражданина. Будь ты гражданин России, будь ты гражданин Германии, Франции, мы живем на очень небольшой планете. И те последствия, которые могут быть от техногенного воздействия, очень быстро могут добраться до любой страны. Поэтому очень важно, что в год, когда в Рио-де-Жанейро будет собираться новая конференция, плюс 20, мы могли с вами и результаты нашего форума представить в виде резолюции для обсуждения, чтобы наши с вами доклады вошли и в законодательную базу, и в исполнительную базу для оздоровления ситуации в бассейнах Великих рек. Успешной вам работы и поздравляю вас с началом форума.